В прошлое видео я закончил тем, что при помощи API YouTube получил код для сбора каналов, релевантных запросу, раздельный сбор. Получил выдачу в неудобном формате. В этом видео я перенесу код в среду программирования Python, отредактирую его, получу ту же выдачу и оформлю ее в Excel-овскую таблицу. Для программирования в Python я пользуюсь оболочкой Jupyter, встроенный в Anaconda. Установить эту оболочку на свой компьютер очень легко. Но на всякий случай сверху вставлю ссылку на видео про другое исследование, в котором подробнее рассказываю про установку Anaconda и Jupyter. После установки Anaconda, в которую встроен Jupyter, открываю Jupyter. После того, как Jupyter запущен, автоматически открывается браузер, назначенный на вашем компьютере браузером по умолчанию. И в этом браузере видны папки, в том числе папка рабочего стола и другие. Чтобы было удобно работать и не терять то, что вы сделали, выберите папку, в которой вы будете работать. И сохраняйте все файлы данного проекта в эту папку. У себя я организовал хранение файлов данного исследования в папке YouTube раздельный сбор. Справа выбираю опцию создания нового файла. Об организации интерфейса Jupyter рассказываю в том же видео, на которое уже сослался. Вставляю в первый чанг. Чанг — это окошечко. Код из API. Чтобы было удобно обращаться к какому-либо чангу и комментировать его, я в начале каждого чанга с кодом ставлю номер. Подписи, начинающиеся с решетки, являются комментариями. Они не являются кодами. Все вот это комментарии сгенерированы еще в API Explorer, а это уже код, сгенерированный там же. Снова комментарий. Весь этот код до сюда сгенерирован в API Explorer. Я просто перенес его и добавил номер. Чтобы запустить этот чанг, я нажимаю Shift-Enter. Shift-Enter вместе. Под первым чанком высветилась ошибка. Не найден секретный файл. Самое время обсудить более подробно процедуру авторизации. В прошлом видео я авторизовался в самом API Explorer. Стояли две галочки. Я нажал Execute. Появилось окно для выбора аккаунта. Я авторизовался в аккаунте, после чего запрос был успешно обработан. Сейчас так не получится, потому что я сейчас не в API Explorer. Я достал код из API Explorer и вставил его в среду программирования Python. Это другая среда. При помощи нее я буду обращаться к API YouTube. Но я не внутри Explorer API YouTube. Поэтому процесс авторизации сложнее. Тот файл, который указан в коде, скопированным из Explorer Your Client Secret File с расширением JSON. Это файл, нужный для полной авторизации. Полную авторизацию получить сложнее, чем авторизоваться по ключу. В чем разница между полной авторизацией и авторизацией по ключу? Авторизация по ключу проще и позволяет получать всю ту информацию, которую вы, как обычный пользователь YouTube, можете получить без входа в свой аккаунт. Например, искать видео, смотреть видео, смотреть количество лайков, количество комментариев, читать комментарии. Все это вы можете сделать в YouTube без того, чтобы входить в свой аккаунт на YouTube. Если же вы хотите создавать какой-то контент, редактировать контент, убирать какой-то контент, то вам требуется наличие аккаунта на YouTube и авторизация в этом аккаунте. Авторизация в аккаунте на YouTube равносильна полной авторизации в Python. Получение вот этого файла — это полная авторизация, равносильная авторизации в аккаунте на YouTube, позволяющая создавать, редактировать, удалять контент. Авторизация по ключу не позволит создавать, редактировать, удалять контент, но она позволит собирать информацию.
Я буду только собирать информацию, поэтому мне достаточно авторизации по ключу. Поэтому из всего кода, который получил из API Explorer, мне понадобятся только эти две строчки, эта строчка и вот эти строчки. Причем лучше разнести их в два отдельных чанка. Будет чанк с авторизацией, который будет включать в себя эти две строчки кода и эту строчку кода. И будет чанк с запросом, который будет включать в себя эти строчки кода. Поскольку я решил упростить себе жизнь, упростить авторизацию, не проходить полную авторизацию, эти строчки кода тоже не понадобятся, и это не понадобится. И в целом я предлагаю оформлять код не как функцию. Вот эта команда dev означает, что запрос оформлен как функция. Это, опять же, сложнее. А в случае API YouTube это еще бывает и вредно, о чем я скажу позже. В этих четырех строчках импортируется пакет для работы с директориями операционной системы, а также модули для работы с API Google. Мне они не понадобятся. Мне понадобится. Вместо них мне понадобится только один вот этот модуль, причем на мой компьютер этот модуль уже установлен. На ваши компьютеры он еще может быть не установлен. Поэтому вам потребуется еще одно действие. Вот эта команда, восклицательный знак, pip install upgrade, решает две задачи. Если интересующий модуль не установлен на компьютер, эта команда его установит. Если он уже установлен, но устарел, она его обновит. Итак, требуется записать команду для установки модуля Google API Python Client и Google Auth, AuthLib, Google Auth, HTTP, Lib 2. Первый для работы с API, второй для авторизации. Я могу запустить этот чанк. Могу и не запускать, потому что у меня уже установлено. Я запустил и увидел requirement already up to date. Теперь я могу активировать или что-то же самое импортировать установленный модуль. Import Google API Client Discovery as API. Более короткое название. Активировал. Но еще не авторизовался. Я установил на компьютер модуль для авторизации. Активировал, но не авторизовался. Я решил авторизоваться по ключу. Поэтому второй установленный модуль в этот раз мне не понадобится. Пусть он будет на компьютере, но сейчас не понадобится. Сейчас мне понадобится ключ. Вот сюда я должен записать ключ. Ключ представляет собой последовательность букв и цифр. Как его получить? Временно вернуться в API Explorer. Перейти в консоль. Console developers google.com. В консоли надо создать проект. Проект — это как бы постоянная база, к которой временно будут подключаться API разных сервисов Google, и для работы которых к этой базе будут подключаться ключи. Сначала создадим проект. Можно менять имя проекта, можно не менять. Если не менять, просто нажать Create. Появилась надпись, что к проекту не подключен еще ни один API. Можно сюда нажать, можно сюда нажать. Я нажму сюда. Это библиотека всех сервисов Google, у которых есть API. У одного только YouTube целых 3 API. Мы хотим собирать данные. Поэтому интересует YouTube Data API. Выбираю его. Выбираю Enable. То есть подключаю этот API к своему проекту. Если захочу отключить, я нажму Disable API. API готов к работе. Но чтобы проект с API получил доступ к данным YouTube, его надо авторизовать. За авторизацией мы сюда и пришли. Авторизация происходит в разделе Credentials. Или по-русски учетные данные. Можно здесь нажать, можно здесь сразу нажать Create Credentials. Да,
Дальше сверху выбираю Create Credentials. API Key. Меня интересует сейчас авторизация по ключу. Мне не нужна полная авторизация. Вот она, полная авторизация. Мне достаточно авторизации по ключу. Да, авторизация по ключу не позволит мне редактировать какие-нибудь видео. Если у меня есть видео, у меня есть видео. Но авторизация по ключу и более безопасна. Если кто-то похитит ваш ключ, он не причинит вам вреда или причинит меньше вреда, чем если он похитит ваши данные, содержащиеся в файле полной авторизации. Полная авторизация, она в этом смысле опаснее, если ее скомпрометировать. Создаю API Key. Это и есть буквенно-цифровая последовательность. Копирую ее. Могу закрыть это окно. Мой первый ключ в этом аккаунте здесь содержится, в разделе Credentials. Так, скопировал. Еще раз на всякий случай. Возвращаюсь в Jupyter Notebook. Вставляю ключ. И формулирую запрос. Он уже был сформулирован в коде. Q равно раздельный сбор. Но он был уже сразу внутри кода запроса. Чтобы сделать код более универсальным, я выношу этот аргумент отдельно, в отдельный чанг, сюда. И здесь его определяю. Если меня будет интересовать не раздельный сбор, а, скажем, слово «мусор», я здесь его смогу поменять. Запишу «мусор». Это во всех смыслах более удобно, и вы в этом убедитесь. Также здесь я предлагаю прописать аргумент type. Мы решили, что сначала будем собирать релевантные каналы. Поэтому я активирую type равно channel. Когда потом я буду собирать релевантные видео, я активирую type video. Запускаю этот чанг. На всякий случай, если у чанга появился номер, значит, он отработал. Если здесь стоит звездочка, значит, он еще не отработал, а в процессе. У этого чанга уже есть номер, потому что я его запускал раньше в процессе записи видео. У этого чанга еще нет номера, потому что он еще не записан. Это и есть тот чанг, в который я вынес часть исходного кода. Часть исходного кода. Три команды. Это и это. Для того, чтобы произвести авторизацию. Ключ для авторизации есть? Есть. Он будет подан вот здесь. И произойдет авторизация. Для API сервиса YouTube. Версия API V3. Вот эти три буквы API. Они откуда появились? Отсюда появились. Я активировал модуль для применения API под именем просто API. А здесь я уже к нему обратился. И сейчас я запущу этот чанг и тем самым начну использовать этот модуль. И этот модуль знает еще раз, что работать будет с API YouTube, потому что здесь я это прописал. Версия V3, потому что здесь я это прописал. И авторизация произойдет по ключу. Ключу, который прописал здесь. Запускаю. В следующем чанке я расположил ту часть исходного кода, которая отвечает за сам запрос. Причем, если в исходном коде было записано Q равняется раздельный сбор, то я вынес эту часть сюда. Q равняется раздельный сбор. А здесь уже Q равняется Q. Поскольку я буду многократно обращаться к методу search, удобно, что у меня здесь стоит переменная, а не готовый текст. Потому что здесь в отдельном чанке я могу поменять текст запроса. И внутри этой переменной он изменится. И запрос, соответственно, поменяется. В исходном коде стоял type channel. Я прописал, что type равно channel уже здесь. Опять же, могу аналогичным образом, как с аргументом Q, прописать type равняется type, чтобы это был универсальный код. И если потом я захочу, а я захочу, найти релевантные видео, я поменяю здесь type равняется видео, актуализирую,
и закаменчу, тай правняется channel. И этот код без изменений будет искать видео. Тем самым его универсальность будет выше, чем универсальность исходного кода. Запускаю этот код. Ничего не видно. Где же результат? Чтобы увидеть результат, надо вызвать отдельно тот объект, в который результат записан, то есть response. Можно отдельно записать response и запустить. И вот вся та выдача, которую я показывал в прошлом видео. Она все еще некрасивая, неудобная для работы. Но это промежуточный шаг. В конце видео будет удобно. Огромная выдача. Хотя здесь пока что всего лишь 50 объектов. 50 каналов. Ну, кстати, мой канал случайно заметил его здесь. Итак, здесь 50 каналов. Но хочется знать, а сколько всего каналов, удовлетворяющих запросу раздельный сбор, существует на YouTube? Можно ли это узнать? Да, можно попробовать это узнать. В прошлом видео я говорил про такой параметр выдачи, как Total Results. Видео. В прошлом видео он был выше, сейчас он меньше. Почему? Этот параметр приблизительный. А кроме того, он работает, к сожалению, с ошибками. Чему посвящено отдельное обсуждение на платформе, рекомендованной Гуглом для обсуждения всех вопросов и затруднений. Поэтому ориентироваться на этот параметр можно очень условно. Можно предположить, что каналов, отвечающих запросу раздельный сбор, много сотен. А сколько же из них Google выдал по нашему запросу? Может быть и 606, но скорее всего меньше. Это мы скоро узнаем. Здесь я вывел отдельно содержимое объекта response, а могу при помощи команды display вывести сразу несколько элементов выдачи. Сам по себе response. Здесь я отделяю тремя тире. Потом я вывожу ключи, относящиеся к объекту response, причем ключи верхнего уровня. Что такое ключи? Ключи — это элементы объекта, относящегося к классу словарь. Внимание, ключ в словаре и ключ для авторизации — это совсем разные вещи. Ключ для авторизации — это просто набор букв и цифр, который позволяет авторизоваться. Некий код. А ключ в словаре — это название параметра. Допустим, уже упомянутый параметр Total Results — это ключ, а его значение — это 606. Другой ключ — Results per page — количество объектов на странице. Его значение — 50. Это код для входа, для авторизации. Это параметр выдачи. И то, и другое называется ключом. Но это совсем разные вещи. Визуально словарь можно определить по фигурным скобкам и двоеточию внутри них, если покрутить снова наверх. То вот здесь находятся ключи первого уровня. Открылся словарь. Пошел первый ключ, kind. Содержимое первого ключа, запятая. Пошел второй ключ. Электронная метка, содержимое электронной метки, запятая, следующий и так далее. Вот чтобы вывести ключи первого уровня, можно использовать метод .keys. А также можно отдельно вывести число искомых объектов. Я глазами посмотрел, что Total Results находится внутри PageInfo. Что PageInfo... Потому что PageInfo, двоеточие, и дальше новый словарь, вложенный. Получается, чтобы прийти к этому числу, надо сначала взять ключ первого уровня, верхнего, PageInfo, потом взять ключ Total Results. И содержимое уже этого ключа будет 606. Если запустить этот чанг, то сначала повторится выдача всего response, потом разделительные тире, ключи первого уровня, я их уже называл, но вот они
собраны в отдельный список. И, наконец, 606. Это как раз содержимое Total Results. В прошлом видео я говорил, что выдача в API YouTube организована постранично. На каждой странице максимум 50 объектов. Каждая страница имеет вместо номера свой токен. На каждой текущей странице указан токен следующей страницы. Например, вот. Таким образом, чтобы собрать воедино все объекты, переданные нам YouTube API, следует пройтись по всем страницам с выдачей. А здесь пока что выдача с одной страницы, а я хочу пройтись по всем. Как это сделать? При помощи цикла. Но о цикле чуть позже и, пожалуй, в отдельном видео, потому что циклы даются людям нелегко. А пока что 50 объектов с этой страницы оформим в аккуратную таблицу. Для этого потребуется пакет Pandas. Pandas устанавливается на компьютер вместе с анакондой по умолчанию. Поэтому если вы установили анаконду и Jupyter, и в них работаете, то и Pandas у вас установлен на компьютере. Но если вдруг он не установлен или требует обновления, то вы знаете, что делать. Воспользоваться командой pip install upgrade. И здесь пишите Pandas. Активирую установленный Pandas. В следующем чанке, в девятом, обращаюсь к Pandas. Пишу Pandas. И использую метод или функцию, встроенную в Pandas, который позволяет файлы такого типа, состоящие из вложенных списков, словарей списков, словарей, этот тип называется JSON, превращать в аккуратную, красивую таблицу. Я хочу, чтобы в таблицу превратились все 50 объектов. Для этого мне нужно знать, в каком ключе находятся все эти 50 объектов. Я могу руководствоваться своим опытом, из него я знаю, что, скорее всего, в items. Но можно не руководствоваться опытом, особенно если его нет, и посмотреть, вот ключи верхнего уровня. Первый ключ явно не то. Второй ключ здесь тоже нету информации о собранных каналах. Третий ключ тоже не то. Четвертый тоже не то. Пятый? Нет, не то. И, наконец, вот ключ items, ключ верхнего уровня, в котором и начинается информация о каналах. Вот метка первого канала. Вот ID первого канала. Вот когда этот канал появился на YouTube. Вот еще раз ID первого канала. Его название, описание и так далее. Потом идет следующий объект. И все это находится внутри items. Это можно аккуратно посмотреть, хотя можно и глаза сломать. Видите, идет items, двоеточие, и открывается список. Квадратная скобка намекает, что это список. А дальше снова словарь открывается. Это вложенный словарь. Словарь вложен в список. Вот эта квадратная скобка открылась, и закроется она только в самом конце, после того, как будут рассмотрены 50 каналов. Вот здесь она закроется, после того, как последний из 50 каналов будет описан. Итак, я понял, что именно в ключе items находится информация о найденных каналах. Поэтому я обращаюсь к объекту с выдачей, а конкретнее к той части, которая содержится внутри ключа items. И все это в круглых скобках, внутри круглых скобок, я подаю в метод JSON normalize. Запускаю. Вот, смотрите, другое дело. Номера строк, начинающиеся с нуля, потому что в Python нумерация всегда начинается с нуля. Тип выдачи. Электронная метка. Тип объекта. ID объекта, то есть ID канала. Тут у нас же здесь каналы, значит ID канала. Дата появления на YouTube.
заголовок, описание и так далее. То, что требовалось. Осталось это отправить в Excel-овский файл и быть довольными промежуточным результатом. Результат промежуточный, потому что это только 50 каналов, а всего их выдачи больше, потому что страниц не одна, а больше. И в следующем видео при помощи цикла пройдемся по страницам выдачи, и табличка будет содержать не 50 каналов, как сейчас. Последняя строчка 49, начинается с нуля, значит 50 каналов, а гораздо больше. Это в следующем видео.